Короче, процесс идет. Ух, как пылесосы, блин. Немного притормозим. Кто там? Не понял. Не понял. Так, как раз у меня разрядилось ухо. Оказались, а? Ой, да не стена. Удалить бочка. О. Так, перебили, не? Нормальные ребята, нормальные, бля. Нормальные, бля. Кыза, как они тут оказались? Так, ну-ка, с портальчика вышли, ребятки. Я вас жду. А, вы там хавайте, наверное, или чего там делаете? Побеги бамбука, я не могу есть. Ну ты прикалывайся. Давайте, скоро вы вообще ни черта не сможете есть. Давайте, повылезали с порталов. 9, ничего себе. Блин, промахнулся. Акела промахнулся, блин. Так, чуваки, вы где? Куда вы, собственно говоря, бегаете? Что вы там такое выпили, что... Не понял, вино что ли тоже так вставляет? Отчего у вас ускорение? Не пойму, с кем идет сражение? Куда вы бегаете, я не пойму. Пожрать, что ли? Странно. Куда же вы бегаете? Я чуть не вкуриваю. Ну, сверху два этих... Тут процесс достаточно медленно идет. Блин, я хочу, чтобы вот это верхнее забрали, они куда-то то ли вино так пьют. Потом их на жор пробивает, непонятно. Непонятно мне. Ну, портал у вас есть. Что же вы делаете?
Странно, куда они, блин, ходят? На склад, да? А порталом что, не подходит? Я для кого портал открыл-то? Не, ну я для кого открыл портал, чтобы вы, блин, на тот сраный склад ходили? Начинается эта фигня. У ребят мозг отшибло. Алло, дурачки. Наверху никто не хочет, блин, покоцать. Вот же идиоты. Что-то у них снова поломалось. Верно, они очень далеко, что ли. Специально для вас баранов лестницу сделал. Ура, я вижу, у вас там получается. Да, вы молодцы просто. Зомбари прям снизу как-то оказываются. Они там теперь спавнятся, что ли? Интересно, сколько надо сил тому зомбарю, чтобы вынести мне там двери? Как вы думаете? Ага, он стену долбит. Ну ладно, представим, что кому-то захотелось сюда выйти. Вдруг. Вдруг кому-то захотелось. Я понял, это все алкоголь им так вставляет. Тыкают. Сейчас мы всем заданий как нагрузим. До самого дна. Во. Деревья, походу, блин, перестали расти.
Как дружно, а, скинулись. Драконы там что-то нервничают. Че, наверх сюда никто не идет, алло. Так, есть, кое-кто пошел наверх. О, задний фон прикол. Куда они вечно убегают? Ну чё, плантации у меня уже серьезные, вычищены. Это что еще такое? Ух ты, нифига себе. Нифига себе, где они решили домик построить. Прикол. Куда вас понесло? Давайте, работайте, блин. Ну, хрен знает, куда пошли. Потом, наверное, надо будет как-то эти хороводы начинать водить по всей длине. Хотя это и не особо удобно.
Они даже рядом стоят и тупят. Неужели так сложно какое-то задание выбрать? Стреляет. Эти придурки все падают. Вот вы иди ляж спать, блин. Жизни мало. Чего, мозгов не хватает? Уложиться, что ли? Прикольно, как они дружно росы накинулись. Учитывая, что гномов 22, то, в принципе, можно понять, почему многие так долго стоят. Главное не давать им никуда сваливать. Пусть работают. А то придумали вот это. Взяли моду. Тикать куда-то. Да, тут они подольше тюкают уже. Чтобы понять, какого хрена они домой ходят, что там интересного такого. Мифрил тут даже есть. Даже есть мифрил. Что ли, блин? А ну еще немного мифрила, я сделаю еще. Тесла пушки. Так, куда их направить? Будем считать, что здесь они закончили работу. Так, куда бы их направить? Я не знаю. Вот возле дома пусть пороются. Мне тут надо как-то... Как-то я хрен его знает. Какой-то, блин, участочек пусть. Так, что у нас там? Все еще 5 мифрила. Кто-то еще несет. Но, в принципе, это не проблема. Где там эта штука? 1, 2, 3, 4, 5. Вышел зайчик погулять. Раз, два, раз, два.
Ай-я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 й. Сейчас на нас нападут. А мы тут копаемся. Ну вы донесли тут последний мифрил или не донесли? У меня где-то еще один лифт. Это что я? Двоих создал? Откуда он взялся?